Вот сейчас пока не старости, еще пока можно жить настоящим, так хорошо бы от прошлого не зависеть. 8 ноября Петербургский театр на Васильевском показал самарцам спектакль «Последний троллейбус» в постановке актера и режиссера Артема Цыпина. Хочется, чтобы подключился сердцем зритель. Ну, а есть надежда, что это произойдет, потому что это ставилось именно вот в таком теплом ключе. Это спектакль артиста, спектакль живых чувств, любви. Надеюсь, что нас услышат и поймут, и примут. Фестиваль русской классической прозы единственный в стране. Если меня спектакль задевает эмоционально, если мне потом хочется над ним размышлять, тогда для меня спектакль интересен. А уже потом мы начинаем анализировать. А это было режиссерское решение, а здесь потрясающая актерская работа, а здесь была музыка. Ставить прозу на сцене очень сложно, но такой опыт дает огромные возможности режиссерам, тем и интересен зрителям. Спектакли можно увидеть до 13 ноября. Ксения Баканова, Николай Сидоров. События.